Всем привет, с вами мистер Чизер, вы смотрите мой жесплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Chroma Squad. Нас тут показывает 4-й сезон, 3-й эпизод. Погнали в магазин, потому что, как вы помните, я хотел тут кое-что кое-кому прикупить. Например, Fighting Suit как раз-таки подойдет для виллы, что, несомненно, круто. Семену бы можно прикупить Defender Suit, кстати, который повысит ему здоровье. Шлемы. Вроде со шлемами все в порядке. Дальше, ботинки. Так, здоровье, скилл реген. Давай посмотрим, кому что там надо. Не надо, я понял. Air Boots. Дальше, кантер повышает, не особо надо. Перчатки элитные у нас уже у всех есть. Меч. Мега крутой меч. Семёна меч или не меч? Не, у Семёна топор. Интересно. У Лёрта вообще лук, насколько я помню. Тут старбоу. Давайте обратимся к крафту. Какой лук мы можем забацать? Фибер Глаз Хантер. Интересно. В чем прикол? Кстати, автомат было бы неплохо еще сделать. Для бобера, для бобра, как это правильно говорится. Нам нужна вот эта фиберглаз. А у нас она есть! Внезапно. И внезапно я могу сделать перчатки пришельцев. Так, ну сначала давайте автомат. 69 урон. 69 урон. Давайте глянем, что у бобра. Конечно, покруче. Так, значит, что еще нам надо? Винил. Блин, как же он запарил меня, сука, можно? Это чертов винил. Его не с чего делать. Можем ли мы купить где-то винил? В хрени за 1600 можем его купить. А, была не была. Есть! Два винила. Ни черта себе. Кстати, ресайкл. Я об этом забыл. Ресурсы надо получить. Так, у нас есть винил. Соответственно, мы можем что? Забацать классный автомат. Атаку понижает. Почему? Вот и нахера его сделал. Не очень крутой автомат получился. По урону, по крайней мере. Жалко. Материалы потратил, но деньги на него потратил. А, давай назад. Вот, два винила назад получил. Неплохо. Так, давай подумаем. All in. Просто здоровье. Шлемы нам эти уже не нужны. Перчатки тоже особо не нужны. Ну, в принципе, нам больше ничего не надо. Поэтому можем отправляться снимать следующий эпизод. Вот этот странный с мехафайтом, тогда подожди. Чем можем меху качнуть? Металлическая пластина, кстати. Можем ли мы себе позволить металлическую пластину? Конечно же нет. Где наша там гидра или кто там? У нас нет этих картонных коробок. Где наши фашисты? Которые нам постоянно коробки подгоняют. Победить за 10 ходов и победить босса финишем новым. Стандартная штука. Довольно простенькие эпизоды, кроме вот этого, потому что тут из двух частей. Давайте попробуем вот это сделать. Город был... В город вторглись какие-то большие создания. Погнали. Звук тревоги. Вилла, да хватит опаздывать, ну сколько можно? Тебе надо было красным быть рейнджером, потому что красный значит быстрый! Because... Red goes faster! Так, внимание, хромоотряд! Готовьте своего трансформера! Сегодня необычные, как бы, испытания для вас. Готовить нашего трансформера, ну, прям что сейчас? Я немного обеспокоен тем, что будет далее. Нам бы лучше поспешить.
У нас есть сила! Так, какие-то допи уничтожают город. Вперед, хромотряд, вперед, быстрее! It's robot time! Что это? Айфоны, блядь! Боже мой! Бум! Никаких MP3-плееров в моем городе! Никаких MP3-плееров! Забудь об этом! Что это? Большой зверевший MP3-плеер, который бьет еще наушником или чем-то там типа наушником. Жесть, что это вообще происходит? Добить, сволочь! Ого, даже попадает, ничего себе! И мечом зарезать, как свинью! Хорошо! Так, давайте защищаться. Странная какая-то сразу робофайт. Я их особо не жалую, конечно, эти робофайты, но, блин. Ну, из-за того, что мой робот мажет постоянно. Но все равно. 228 здоровья и мисс. Это проклятое число. Из-за него мой робот промазал. Надо включить защиту, я так и знал. Это число проклято. Добить, ублюдка. Так, еще два раза, по идее. Так, почти на фул отхилялись. Давай, третий, пожалуйста. Отлично. Ну и суперзащита. Суперзащита! Даже если я сделаю грейд, наверное, мне не пройдет урон. Да. Мне вообще насрать. Суперзащита тащит. Так, ну что, продолжай методично промазывать. Ну, конечно, так как я и сказал. Точно по заказу наши промахи. Так, ну это сражение за нами. У него половина здоровья осталась, у нас полная. Или нет? Возможно, мы тут еще проиграем. Посмотрите, как так мазать. Второй удар и мазать. Это вообще как так возможно? Надо роботу точность как-то повышать. Ну как, не воз... непонятно, там только руку ему можно качать. Сейчас еще ты мне промажешь, блин. И вряд ли ты его зарежешь, конечно. А нет, зарезал, ничего себе. Это, кстати, была иконка типа зарядки батареи. Так, почти на фул отхилялись. Но у него есть спешл атака, это мы теперь знаем. Давай просто защиту. Скилл побережем. Хотя чего беречь? Но, тем не менее, все пока что идет неплохо. Хотел бы я сказать, но нет, все идет очень плохо. Потому что робот не хочет больше одного удара делать. Ленивая скотина. Сто у меня перфекты посыпались. Сейчас промажь мне только еще скотина. Давай, суперзащита. Вот, вот я чего суперзащиту приберег. Осом! 3000 всего, слабак! Получай в лицо, еще получай! Ну и еще давай с правой! И еще с левой! Ну и добить же его надо в обязательном порядке, отлично! Вот это была компуха! Вот это я понимаю, это по-нашему! По хромотрядному! Так, что все? Вилла, ну сколько можно опаздывать? Фу, этот город спасен. И отсюда сверху мы теперь можем видеть, что ни одно здание не было уничтожено. Отличная работа, хромотряд. Давайте возвращаться к нашим... Внимание, хромотряд, внимание, внимание. Что, опять? Есть еще несколько таких ублюдков. Какой-то чувак-трубка, то есть не трубка, тюбик, чувак-тюбик. Все еще здесь. Сразу два? Я не думаю, что наш трансформер с этим справится. Нам нужно попытаться. Так, как же мы первый раз сели за руль нашего трансформера? Прямо сейчас! It's robot time! Нет, ну вы серьезно? Сразу двоих ублюдков?
Семиролин, Дейхейтин, Патролин, Смеха, ла-ла-ла. Дальше я слов не помню. Чувак угарный. Сейчас мисс. Ну да. Все как по заказу. Впитываем урон. Это мы умеем. Черт. Так, а как тебе насчет удара с миссом? Какого хрена? Робот, ты что делаешь? Зачем? Зачем мы тебя тут красили? Зачем мы тебе новые обвесы ставили? За то, чтобы ты мазал? Ох, если бы ты сейчас промазал, я был бы очень опечален. Так, суперзащита. Хрена тебе, лысого скотина! Awesome! И мечом зарезать эту свинью. Ну, не, у него еще на пару ударов осталось здоровье. Это нормально. Черт! А вот тут я могу проиграть из-за своей глупости. За то, что у меня уже половина здоровья. И я вряд ли отхиляюсь на максимум. Точнее, как это вряд ли? Я вообще не отхиляюсь на максимум. Ах, 20 тысяч здоровья не хватает у меня. Хреново. Давай, два удара и защита. Надо восстанавливать скиллы. Асом! Не, надо три удара и защита. Блин, два удара защиты-то мало. Потому что по 2000 я пропускаю. А вот так вот я пропускаю вообще нисколько. Сейчас мисс. А нет, повезло. Так, зато отрегинился щит. Перфект, скотина! 56 всего! Лол! Получи, что ты заслужил, ублюдок. Давай защиту. Вот это вот идеальная защита, 1577. Потому что если мы даже делаем awesome, то нам очень мало урона проходит. Ну, кстати, очень мало. Поменьше, чем 2000. Тогда приятнее видеть, что 1800 урона, а не 2000 с чем-то. Так, оставляем его на добивание мечом. Awesome! Скотина, мы тут даже победить можем, ничего себе. Просто тащим как можем. Зарезать его. Тут ты точно не промажешь. Так, хорошо. 54 тысячи здоровья, неплохо. Мне это уже нравится. Давай третий раз, пожалуйста. Ну, можно же человеку повезти. Отлично. Защита. Давай. Макаронный монстр какой-то. Или кто это вообще такой? Что это? Мы теперь уже не в сериалах. И по-настоящему сражаемся. Так что тут всякое может быть. Все-таки пришельцы ж нападают. Ага. Фу. Я думал, сейчас второй раз промажет мой чувак. Перфект, сволочь! 56! Слабак! Слабак! Нет, не робот, не надо было мазать, я не тебе говорил, что ты слабак. Он обиделся и сделал мисс. Давай! Ты можешь! У тебя получится! Слабак! Отлично, давай, защита. Там у меня сколько откат был? Два хода или один? Если один, то мы сейчас его добьем. Если два, то так, в рукопашную зарежем. Вот что за хрень была? Игра почему-то по кадрам начинает провисать, когда я начинаю сжать. Не, два. Ну, значит, так добьем его. Готов! Двоих за один день завалили. Ни хрена себе. Так, все, я устал, хватит. Это работает! Наш трансформер нуждается в перезагрузке, перезарядке. Это была последняя батарея. Это было очень круто. Типа так. Хорошая работа, распределяя энергию, бобер. Все сегодня просто хорошо постарались, Майкл. Довольно коротенький эпизод получился.
Ну и фиг с ним. Мы еще один запишем. Так, материалы мы не выбили, зато выбили баблинское. 3500, ни хрена себе. 3600. Это было превосходно, хромоотряд. Пишем все в комментариях хэштег хромоотряд. Я проверю. Фанатов 500 получили. Все лучше и лучше. Так, ультимейт Кайджу Бастер, что? В чем дело, парни? Я большой фанат этого шоу и стал еще... стал еще большим фанатом первого First to Face, вот это Кайджу Экшен. Я думаю, Трансформер может вынести больше урона. Но некоторые из моих приятелей говорят... короче, они фанаты какого-то Ультра Махахуа. И они говорят, что они могут побить Трансформера когда угодно. По секрету, чувак. Он может сражаться только 3 минуты. Они говорят, что ему нужно 2, поэтому... то есть вы можете победить его? Нам нужно сражаться только со злом, но не друг с другом. Вообще-то, да, вы правы. Настоящие защитники правосудия никогда не упадут в глазах своих людей, там, не знаю. Я не должен был так думать. Вы, ребята, просто превосходны. Перенаправлю эти слова своим друзьям. Возможно, они тоже станут смотреть сражение вашего трансформера. Спасибо, плюс 40 фанатов нам дали. Студия. Так. Все актеры получают на 30% здоровья больше. Отлично. Так, воркшоп. Я не знаю, что это, на что это влияет сейчас. Вот дроп рейт плюс 20, это да, это давай. Бобер начинает убирать тут. С чего это вдруг он тут убираться начал? Чистоплотный бобер, молодец, бобер, хороший бобер, да-да-да. Так, что мы можем тут скрафтить? Внезапно лук. Давай глянем. 48 урона, 18 скилл реген. Ну, по идее, неплохая хрень получится должна. Получится скилл реген точно такой же. Давай. Да, только кантер немножко хуже, а так крит посильнее и скилл реген получше. Эквип. Так, затем этот лук мы переплавим на пластмасску, но получим только серебряную пленку. Чёрт! Что-то как-то не очень. Так, что у нас тут дальше? Тут только 2500, да? Слишком много фан-пауэра им надо. Там здоровье фанатов. Ну, в принципе, они нам денег дают неплохо так. По 1300 за эпизод, это вообще охренеть. Так, в магазине мы ничего купить не можем, да и, в принципе, ничего тут интересного и нет. Есть какие-то вот классные, легендарные типа шмотки, но... я не думаю, что они такие крутые. Так, пластины, золотая пленка. У нас нет ресурсов для пластин, вот это меня обижает немного. Так, ноги. Ладно, давайте-ка глянем, что мы тут можем сделать. Железные пластинки мы можем делать? Нет. Давайте сделаем лизер. Ибо нам уже катон не нужен особо. Так, просто перересайклим, скажем так, все в нужные ресурсы. Золотые там ленточки сделаем. Ибо уже даже серебряные нам особо не нужны. Но сейчас мы попереплавляем, это тоже надо делать когда-то. Отлично. Так, теперь у нас будет золотых немало. Хорошо. 4 золотые, это уже веселее. Так, вот эту вот красочку сделаем. Затем, может быть, такую краску сделать легко. Хорошо.
И в принципе вот такой вот не очень длинный эпизод по сравнению с предыдущими двумя, но тем не менее, думаю, для данной серии хватит, так что... На этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся уже в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Бобер, стоп! У тебя брат-близнец? Я не понял, что... Что? Бобер? Что? Что происходит? Ладно. Окей. Опять? Я тебя вижу, вас двое. Что тут не так? Окей. Ладно.